Всем привет, меня зовут Паша Корчевский, это очередное видео на тему импровизации. Сегодня мы поговорим об альтерации, как альтерировать девятую, пятую ступень в доминант септаккорде. На примере вторая, пятая, первая. Чтобы не забивать вам голову различными ладами и способами альтерирования доминанты, я просто покажу вам основные фразы, с помощью которых вы сможете свободно в любой момент произвести альтерацию. Итак, поехали. Я включу метроном, чтобы вам было понятно, с какой доли я начинаю фразу. Все эти фразы я играю по трубе на соль-септ, но по музыке это звучит как фа-септ. Сейчас я продемонстрирую, как применять это на последовательность 2, 5, 1, как это звучит, все эти альтерации. Вам нужно либо на слух запомнить сразу, либо записать в тетрадку и выучить, и начать потихоньку осваивать эти фразы во всех других тональностях. Чем больше вы проводите с ними время, разбирая, что куда, как переходит, что опевается, что разрешается, тем лучше они у вас остаются в голове, и потом вы уже на автомате их начнете использовать. Как вы заметили, при импровизировании я всего лишь использовал бибоп-гаммы, обычное опевание основных ступеней, и плюс к этому добавил альтерации девятой ступени и пятой. Тем самым вам не нужно заучивать какие-то полотна чужих соло. Вы можете использовать тот пройденный материал, который я вам уже показал, миксовать его с вот этими фразами на альтерацию. Тем самым создавать свои собственные фразы, и искать свой язык, разрабатывать свою манеру. И что я еще хотел бы сказать,
что мы переходим из уровня новичок в более продвинутый профессиональный уровень, в котором я буду вам рассказывать уже более сложные вещи, которые также вам пригодятся, чтобы разрабатывать свой стиль игры. Если вам понравилось видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Если вы хотите взять урок, свяжитесь со мной через почту, все контакты в описании. Так что продолжаем заниматься вместе. Пока-пока!